Сегодня более 30 человек вышли приводить в порядок пляж Ривьера. Волонтеры серебряного возраста, активисты и арендаторы, работающие на этой территории, убирали мусор, который остается от горожан, отдыхающих у моря. Засоряют прибрежную кромку и рыбаки. Несмотря на погоду, добровольцы быстро управились с поставленной задачей. По мнению волонтеров, город должен встретить свой праздник чистым и опрятным. Хочется выразить пожелание жителям города, чтобы каждый бережно относился к улицам, к придомовым территориям, к пляжам, чтобы не оставляли после себя мусора, чтобы наш город оставался в чистоте и порядке, чтобы всегда этим отличался, как для горожан, так и для приезжих. Субботники сейчас проходят во всех районах курорта. Горожане выходят в свое свободное время, чистят улицы, парки и скверы, убирают придомовые территории. Работы будут проводиться до 21 ноября.